Как изменилась Казань за 10 лет? За это время экономика Казани выросла вдвое. Построено 814 домов. Жилой фонд города вырос на 30%. Капитально отремонтировано больше половины домов. В них проживают 544 тысячи горожан. Столько же, сколько жителей в Набережных Челнах. За 10 лет капитально отремонтированы 83% казанских дорог. Подземных и надземных пешеходных переходов построено втрое больше, чем было в Казани до этого. В 45% дворов города появилось новое асфальтовое покрытие. Большинство поликлиник и больниц города капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. С 2005 до 2019 года построено 165 спортивных объектов. Все они с утра и до вечера пользуются спросом. В 2010 году спортом в Казани занималось лишь 18% жителей. Сегодня почти половина горожан. За последние годы реанимированы крупнейшие городские дома культуры. В эти проекты вложено 4,6 миллиарда рублей. За 10 лет Казань стала светлее на треть. За 10 лет полностью обновлен парк общественного транспорта города. Построено 5 станций метро. Кафе и ресторанов стало больше на 15%. Гостиниц и отелей больше в 3,5 раза. Магазинов и торговых центров на 30%. Количество туристов увеличилось в 3,5 раза. На жилых домах, в парках, на зданиях школ и детских садов установлено почти 19 тысяч видеокамер. Благодаря этому только в 2019 году удалось раскрыть 1028 уголовных преступлений. С 2010 года Казань 7 лет подряд ставила демографические рекорды. За эти годы у нас родилось 211 тысяч малышей. Для сравнения, столько же жителей в Великом Новгороде. С 2005 по 2019 год в Казани построено 115 детских садов. В 5 раз больше, чем за предыдущие 15 лет. За 10 лет капитально отремонтированы 200 школ, детских садов и 40 подростковых клубов. Построено 15 новых зданий школ. Отремонтировано и построено 60 школьных столовых. Из них 36 в 2019 году. Более 24 тысяч детей в школах Казани получают горячий завтрак и обед бесплатно. Охват горячим питанием составляет 71,3%. С 2012 года, благодаря программе «Зеленый рекорд», количество зеленых насаждений в Казани выросло втрое. Высажено около 500 тысяч деревьев, почти 250 тысяч кустарников, 130 тысяч многолетних растений. В прошлом году количество высаженных цветов превысило 7 миллионов. Реконструировано и создано с нуля 92 общественных пространства. Масштабные изменения к лучшему в Казани видны сегодня не только в центре, но и на окраинах города. Все это результат большой слаженной работы жителей города, всех ветвей власти и постоянной поддержки президента республики Рустама Нургалиевича Миниханова. Развитие Казани и сегодня не останавливается ни на минуту.